хочу все-таки еще вот сделать видео напоследок. Вот смотрите, мы спустились, да? Вот сейчас это где-то примерно 1600, да? Вот, метров, да? И посмотрите, везде стены, они непонятны, здесь же нет дорог, ничего. Просто, видите, вот эти вот... Я сделала, конечно, короткие, что типа там античные эти развалины, но вы посмотрите, как стены идут везде, посмотрите здесь, посмотрите вот это вообще невероятно, я уже просто, мы уже много сейчас прошли, я уже сейчас не удержалась, я говорю, подожди, мне надо это заснять, это невозможно, это просто вообще супер, посмотрите, что творится везде, такие, посмотрите, как бы кучки, да, посмотрите, со стенами, да, посмотрите, здесь и здесь ничего нету, это просто дорога, да. Как бы, видите, и домики, тут даже туалет есть, видите, посмотрите, стены торчат из-под земли. Посмотрите, куда идет, видите, под землю, посмотрите, да, из-под земли идет, посмотрите, как будто бы груда, но это не груда, это же вы понимаете, что это кладка. Поглядите, посмотрите, там что, да. И вот так тут все, я просто уже напоследок решила снять, вот посмотрите, вот тут идет, посмотрите, стена, видите, торчит. Уже я просто напоследок сняла. Потому что я уже не удержалась, думаю, да что такое, уже прошла вот сейчас вот сколько вот там вот, где наверху там была, они там, их куча развалин этих. А тут посмотрите, даже посмотрите, какая стена, да? Вот, посмотрите, какой дом из стены торчит, видите, посмотрите, как типа сделан, как построен мол. Посмотрите. Здесь делится. Это вообще невероятно. Знаете, у меня сегодня будет набор просто коротких этих. Посмотрите, как корка покрывает, посмотрите. Видите? Видите? Удивительно, да, посмотрите? Вообще. Как будто бы груда камней, но это, видите, все четко лежит, понимаете? Все четко лежит. И вот это вот сверху корка наша, цементная, да, но этот цемент не наш. Это не наш покрывали цементом. Ой, а тут еще, посмотрите, какая стена. Поглядите, какой колодец тут. Посмотрите. Обалдеть. Кстати, сейчас я одену рюкзак нормально, потому что когда ненормально одет, он вообще неудобно. У меня просто куртка еще тут расстегнута. Посмотрите, здесь стена. Кстати, ну что, для такого вот домика, вот такого ненормально дурацкого, как бы, посмотрите, дырка, да, вот нужно вот такую сложность сейчас пристраивать, да, тут типа, что это, вообще ничего. Там ничего нет, видите. И корка, видите, корка наша. Кстати. Смотрите, никто бы не стал цементом покрывать это, потому что здесь вообще никто не живет. Там сено, наверное, хранят сейчас. И, посмотрите, тоже окошко, видите? Дырка. Тут все стены живые, понимаете? Они нам говорят, идите, ладно, уже сегодня, в следующий раз придется. Мы вам разрешили, сейчас вам еще стену покажу. Что-то мы когда поднимались, я тут настолько страдала, что... Поглядите, посмотрите. Да, вот это супер видео, конечно. Посмотрите. Просто супер. Выглядите. Как я вообще на это внимание не обратила. Ну, я рядышки, вот надо просто понять, как я дышала, как я боролась с собой. Видите? Вот. Вот стена, посмотрите. Тут как будто туалет такой, да? Посмотрите. Вот так вот. Так, надо до него дойти, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Это по тропинке идти, так называемую эту. Скачусь ведь, потому что здесь вроде бы уже, знаете, но все равно скачусь, ой-ой-ой, да, туда, к этой, к ограде, блин. В общем, наделала всяких видео, где он спускается. Видите, какая стена, да, посмотрите. Просто стена, но как будто бы какое-то нагромождение камней. Причем, как они держатся вообще? Вот они без ничего вообще, видите, абсолютно. Даже корки нет никакой. Без ничего. Вот. И вот она, посмотрите, с самого низу идет. Я вообще ее не видела. Не, ну здесь, по-моему, небо. Мы не так поднимались. Неужели мы в такой подъем крутой поднимались? Это вообще ужас. Ужас. Я еле стою. О, ребятушки, еле стою. Я просто хочу вам еще стены снять. О, блин. Это офигеть. Офигеть. Ну ладно, я уже примостилась. Знаете, все стены зеленые.
Так, слава богу, у меня даже крампа никакого не случилось. Вот здесь было хуже всего. Вот почему я не смотрела на стену, ребята. Здесь было хуже всего. По этим камням подниматься, это вообще в новых ботинках, это просто... Мне надо... Тем более, они мне большеватые, конечно, тяжеловато ими работать. Когда большие ботинки, все-таки в них тяжело подниматься, ребят. Потому что все-таки они там болтаются и как бы немножко... А, да-да, я вспомнила. Мы вот здесь, по-моему, да-да, мы здесь поднимались, я помню. Кви, сьямо, си? Мамакина, кви. Так, ну ладно. Все, что сняла? Что надо сняла? Показала вам стены, которые, видите, вот вниз идут, видите? Вот, посмотрите, вообще, вообще без складки, да, видите? А, там, посмотрите, какой. Тоже, типа, стены или что-то, домик. Ну ладно, что, спустились в машине. 6 минут видео нормально поставлю, что, потому что это видео бесценное. Даже 6 минут, посмотрите, докуда идут вот эти вот развалины. До самого не, уже вверха. А мы там, куда мы поднимались сегодня? Вот туда вот, вот туда. Но дальше будем больше, больше. Я буду вам показывать, что и на 3000 я вам найду, на 4 я еще поднимусь. И найду вам стены наши. Так, это что такое-то? А, вот это. Ну ладно, ребятушки, пока-пока.